Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И я продолжаю играть в игру Outlast 2. Продолжаем. И когда будешь призван к ответу Господом, защищая его рай, пролив кровь из сердца паука-глазого Агнца, врага нерожденного князя лжи. Ну, а нам нужно срочно найти бинты. Блейк, ты в порядке? Черт, нужно остановить кровь, нужно. И ты надеешься найти здесь чистые бинты? Мне кажется, у нас ничего не выйдет, Блейк. Здесь уже кто-то бродит, ёлки. Надеюсь, вы нормальные. Я нашел бинты. Да садись ты уже. Давай перебинтуемся и... О, господи. Черт, охренеть. Ох, как дьявольски больно. Охренеть. Ну, хоть что-то новое ты перебинтовал. А то только предплечье и... Блин, а он же забрал камеру, офигеть. Я же теперь ничего не вижу. Да, друг. Конечно, перебинтовался ты знатно. От потери крови и заражения ты точно не умрешь. Ну, туда, мне кажется, не вариант. Не вариант же? Не вариант. И сюда не вариант. Блин, да выпусти меня, падла. Ай, блин, я ж только перебинтовался. Пошел в жопу. Ты безрукое чмо. Че ты за мной бежишь-то, блин? Блин, а как мимо них пройти-то? Они за мной бегают. Ну ладно, будем как с повитухой. Да ладно. Да охренеть, какой ты мерзкий. Блин, отстань. Попытка номер два. Попробую пробежать, пока они меня не увидели. Давай, Блейк. Ты кто? Ай, вон он. Погоди, а тут не пройти. Отстань от меня, падла. А куда идти-то? Сюда он не пролазит. Да куда идти? Есть, мне кажется, я нашел выход. Да понятно, что мне нужны бинты, блин. Вы меня даже не выпускаете с локации. Пошел в жопу, я тебя не боюсь. Фух, мне кажется, я выбрался. Теперь мне снова нужны бинты. О, они меня ищут. В натуре ищут. Но боюсь, вы меня не найдете, придурки. Я уже на пути домой. Блин, интересно, где Лин? Что она делает все это время? Может, ей не так уж и плохо? Так. Я, кажется, вижу бинты. Тут кому-то плохо, да? Ай. Интересно, он меня заметил? По-моему, да. Ну и хрен с ним, я побежал. Побежал бегом, бегом. Ай, блин, он не может бежать раненый. Капец, где этот алхимик, интересно? Да серьезно, я опять в тупике. Куда здесь-то бежать? А, вот, подъем наверх. Давай, братишка. Тут, похоже, такой же раненый, как и ты прыгал. Так, эту местность мы прошли. Что, лошара не смог достать? Опа. Да ладно. Больно же. А куда от него-то бежать? Он же меня видит прекрасно. Наверное. Видит? Прикол, он своего же загасил. Как вы говорите, могли дать сбежать нашему спасителю. И в итоге сам же меня и убил, придурок. А как мимо него-то пробежать? Ой, блин, как громко, я попробую пробежать просто мимо. Давай. А куда? Да блин, ну почему?
Попробуем пройти помедленней. Может, мне просто забежать туда и все? Ну-ка. Давай, бродяга, подвинься. Ай, хренов два. Козел. А куда проходить-то? Ну вот куда, я не понимаю, по ветке, что ли? Видимо, да. Короче, стартую. Да, по ветке. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не смотри назад. Не смотри. Нет, сзади никого. Фух, мне кажется, я выбрался. Надо осмотреться. Вон внизу? Нет. Короче, прыгаем. Болтых. Где? Что? Кто? Охренеть, он меня сейчас увидит. Уходи отсюда, падла. В смысле? Да как ты меня узрел-то, блин? Тебе, говорит, нужно помочиться, Ник. Я могу пошуметь, если ты стесняешься. Валите отсюда уже. Дышать нечем, ну. Ну серьезно, ну, дайте мне подышать хотя бы. Капец. Ушли. Блин, вот козлы, а. Они меня напрягают. Мне нужно срочно найти иконку сохранения. Они не дают мне даже ничего сделать. Все приходится сначала проходить. Так. Что, я наконец-то нашел место? Спокойное. Фух, наконец-то. А как мне забрать-то у него камеру? Я же ни хрена не вижу. Бинты. Фух, в смысле, там камера? Да ладно. Чёртовы стервятники, сколько трупов вы уже подобрали? Что? Что опять, блин? Я продолжаю возвращаться. Что за черт? Это что, столовка? Опять висельник. PNTLTMG. Что это значит? Блин, какой уютный дворик. Надеюсь, здесь никаких монстров. Интересно, как он выберется от них? Ну, от этих двух придурков. Здесь ничего интересного? Нет. Но это, видимо, столовая. Я ж правильно полагаю. Что у нас сегодня на обед? Всякая херня. Ух ты, блин! Обязательно, блин, такой громкий звук делать, да? Козлы! У меня волосы на пятках зашевелились. Блин, твою мать. Ненавижу такие громкие звуки. Здесь же я уже был. Мне нравится такой антураж. Типа, смотри-ка, свет только рядом. Что? СФФ, это ч... Непонятно, блин. Я не могу сопоставить в голове эти слова, буквы, потому что... Потому что я хреново знаю английский. Наверное, поэтому... Ага! Да ладно. Что это? В смысле? Я ж даже не вламывался. Блин, мне кажется, у меня ухо зашевелилось. Охренеть. Что там? Ну, естественно, тут нифига. Какая-то болтовня на фоне. Ладно, пойдем дальше по этой школе изучать местность. Не знаю зачем, ты возвращаешься из раза в раз в эту школу. Мне же туда. В темноту, да, как обычно. И здесь какая-нибудь мразь. Нет. Что? Телефон? Где он? Блин, как он быстро перемещается, я не понимаю. Фух, не люблю мимо комнат проходить. Блин, да где он? В смысле? Что опять? Ты кто? Ты что за мразь? Ты кто? Отстань!
Уйди! Мерзость! Фу, гадость! Куда от него бежать-то? Погоди, назад? Назад? Правильно? Закрой! Закрой! Закрой перед ним прям! Пошел в жопу, ты двери не умеешь открывать! Он умеет открывать, блин! Он умеет открывать двери, козел! Он догнал меня! А! Что ты за мерзопакость вообще непонятная? Мне надо на свет. Я так полагаю, что мне надо... Опа! Мне кажется, я встрял. Да? Нет? А куда от него прятаться-то? Нет, серьезно. Мне что, теперь мимо него бегать по школе? Охренительно. Веселое занятие. Так, здесь я, по-моему, был, да. Да, здесь я был. А как мне мимо него-то пройти? Ладно, попробуем напролом. Да заколебал ты звонить, это он звонит, что ли? Пошел в жопу, я ломлюсь. Я ломлюсь. Где? Где? Быстрее, быстрее, быстрее. Где, где, где? Я хочу ответить на звонок. Кто здесь? Алло, алло. Ну? Hello? Привет. Hello? Oh, thank привет, God, слава богу, alive. Ты жив. I need you to stay calm. Сохраняй спокойствие, мы поможем тебе. Мы вытащим we'll тебя оттуда. Ты должен найти место, где спрятаться, безопасное место, где ты сможешь вспомнить вкус ее поцелуя, когда ты почувствовал, как ее шея ломается, чертов ублюдок. А, что? Что это за дрянь? Это огромный язык из телефона? Господи, более нелепую дрянь я еще не видел. По-моему, эти ребята довольны происходящим. Так, но мне, видимо, все-таки наружу, я не знаю, сейчас опять встречусь с этой мразью, да? О-о-о. Я тебя не боюсь, где бы ты ни был. А где он? Да где опять? Так. Ненавижу, блин, когда меня так пугают! А, вот он за мной бежит! Он бежит за мной! Он за мной бежит! Он за мной бежит! Куда бежит? Он идет. Да я вижу, что он идет! Все, я встрял! Я встрял! Какая ж ты мразь! А куда от него бежать-то? Попробовать к Джессике залезть? Где она там? О, он еще там появился! Куда? К ней, наверное. Попробуем в какой-нибудь шкафчик залезть. Эй, открой! Открой! Все. В смысле? В смысле? Я в каком-то шкафу? Et inferi per aspera. Что это, латиница? Ты как сюда попал, блин, придурок? Ну-ка, что это за письмо? Это письмо от Нота к Нету. То есть к тому карлику, который сидит на спине у того большого типа. Куда? Сюда? Сюда, наверное, сюда. Помните, что с помощью микрофона можно слушать? Да я помню, помню. Мне, наверное, просто пробежать надо. Только куда, я не понимаю. Блин, кажется, я встрел. Здесь там... Блин, там закрыто. Там закрыто. Здесь открыто? Откройте, блин! Где он? Я его не вижу. Сюда я не могу зайти. А где вход-то? Куда мне дальше-то? Я не понимаю. Короче, это было письмо от Нота к Нету по поводу того, что скоро все будет хорошо. Типа, скоро будет рай везде. Их рай, я так полагаю. И... Ох ты, блин, дядька, здорово. И что, короче, надо это... Печеньки передать этому падле, на котором он сидит. Блин, мне что, шкериться от них, бегать туда-сюда? Не особо-то и хочется. Покажите мне выход, а? Куда мне просто уйти и все? Он где-то рядом. Вот он. Да закрой ты. И здесь закрой. Вон там, наверное. А я просто побегу. Я не знаю куда, правда, но мне надо валить. Нет, ну правда, а куда здесь валить-то? Домик заколочен.
Двери закрыты, попробуем побежать в ту сторону. В эту сторону тоже нифига. Ну и куда мне дальше-то? Туалет какой-то. Нет, туалет мне сегодня не нужен. Блин, он, кажется, рядом. Судя по жужжанию геймпада, он где-то очень близко топчется. Так, не случаем. Вот он. Пошел ты в жопу, я побежал. Вот ты где, говорит, господи. Так, дядька опять. Я заблудился, я не понимаю, куда бежать. Но сюда же не зайти. Нет. Блин, ну и куда? Куда дальше-то? Здесь нет ухода. Короче, мне не очень-то хочется от него прятаться, поэтому я попробую пробежать сюда, что ли. А... Я же отсюда прибежал. Ай, 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 ай. Валим, 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 валим. Где он? Он сзади? Да лечись ты побыстрее. Быстро перебинтуйся и побежали дальше. Ну я же прибежал отсюда. Я просто побежал назад и... А может быть... А, я очнулся же в доме. Правильно? Видимо, что так. Фух, вроде я от него оторвался. Батарейка. Мне она пригодится. Ух, серьезно? Блин, ну ладно, пойдем. Только аккуратно. Только не приземлись вниз. Ай-яй-яй. Спасибо. Мне и так светло. Он сзади. Где он? Я его не вижу. Ай, блин. Попал, падла. Давай, лечись. Лечись и валим отсюда. Быстрее. Ай-яй-яй. Он где-то там, да? Вон он. Вот ты, падла. Так, ты на меня не кинешься, урод. Ты никому не причинил боль. Душе не причинил. Блин, он на меня не кинется. Ну его нафиг, я даже проверять не буду. А, кидается, падла. Да? Ты же на меня кинулся, урод. А, нет. Опять он меня целит. Да как ты... Ты как такой меткий-то, урод? Блин, валим. Не знаю пока куда. Он чересчур меткий. Так. Давай, падай. А, что там? Урод. В смысле? Серьезно, он успел кольнуть? Козел. Ты покинул. Да в смысле, блин, заколебали. Постоянно кто-то что-то... Он за мной бежит. Он за мной бежит. А куда бежать-то? Да я не вижу, куда бежать. Да он за мной же бежит. А, урод. Что там? Ай-яй-яй-яй-яй. Застрял. Капец, еще и в колючую проволоку попасть. В смысле? Ай, блин, он меня поймал опять. Ты с нами, говорит, все в порядке. Проповедь еще не готова. Мы запишем твое воскрешение. Мы закончим твою проповедь. Серьезно, вы меня что, похоронить решили? Нет, они меня запихали в повозку. Походу. Да. Да, мы возвращаем его на путь мук. Его могила ждет. Схватите его. А когда он воскреснет, мы получим причастие. Серьезно? Хороните? Капец. Да ладно. Да ты хоть пошевелись, Блейк. Ну, сделай что. Серьезно, они его хоронят. Капец. Да ну нафиг. А что делать-то? Чокнутые ублюдки. Господи. Ну здорово, еще не хватало закончить игру на таком шикарном моменте. Капец, Блейк, мы встряли. Что, ты осматриваешь себя? Ну? А что ты можешь сделать-то, придурок? Ты уже нифига не можешь сделать.
тебя спасет только чудо. Коснитесь X несколько раз. Ну давай попробуем. А внизу я вижу что-то. Да ладно. Да не так уж и глубоко тебя похоронили, капец, придурки. Могли бы и получше закопать. Ну что, Лэрд, ты доволен? Я воскрес. И найду тебя. Опа. Там кто-то отжимается, смотри. О, какая мерзость. Мне, пожалуй, батареечки пригодятся. Ага. Да что ты от меня хочешь-то, блин? Заколебали за мной бегать, придурки. Сопливые. Куда бежать-то? Буду бежать, куда глаза глядят. Лишь бы не здесь оставаться. Мне вообще наверх надо. Блин, он опять здесь. Какой-то другой, наверное. Еще один, блин. Сколько ж вас тут? Они повсюду, капец. Давай, ныряй, ныряй. Есть. Фу, вот вы мерзкий, а. Упыри. А было сохранение или нет? Я не успел заметить. Что это за место? Еще один лагерь? Записка. Блин, еще одни проповеди нота. Не хочу их читать даже. Кто опять? Сзади, блин. Ну его нафиг, не хочу даже связываться. Что? Кто там? А это кто? Не, это просто придурки. А кого они подвесили-то? Тоже, наверное, какой-нибудь придурка. Она повесилась, прежде чем я смог ее остановить. Или она? Нет, нет, подожди. Не она. Он? Черт. В смысле, ты не различаешь девушек от парней, придурок? А куда мне дальше? Наверное, сюда. И кто она? Или он? Что вообще от тебя зависело? Ты сам тут раненый бегаешь, придурок. Блин, как все стихло. Сейчас будет жопа. Так. О, шахты. Как ты спустишься туда? Офигеть, тут реально не близкий путь до низу. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и всем пока.